Отправить теннисный мяч с помощью клюшки в импровизированные ворота оказывается не так просто. Пускай даже расстояние до них всего пара метров. Спокойно, не торопитесь, выдохните. Максимальная сосредоточенность и твердая рука пригодится и в том, чтобы заарканить оранжевый конус. 5 колец, 5 попаданий. Потому как мы регулярно занимаемся, тренируемся, поувереннее, потверже, чтобы рука была. Ну и попадания, чтобы были желательно максимальные, близкие к цели. А вот самые бурные переживания разгорелись у стола. Участникам дается несколько секунд, чтобы запомнить расположение шашек и воссоздать картину на своей доске. Вот здесь не было. Не было? Здесь только вот эти. Вы не лезьте в другие. Не лезьте в другие, в чужие не лезьте. Оттого и вкус победы гораздо слаще. Правильно, все правильно. Очень. Молодцы! Это дружба. Сплоченность и уверенность в себе. Я в соревнованиях участвую уже более 12 лет. Я была самой из первых людей, которые я создавала команды, и с ними везде ездила. По итогам соревнований лучший результат оказался у команды «Загорска». Число их побед пополнил золотой кубок за первое место. Однако куда важнее просто участие, как уверяют сами победители. Для человека с проблемами здоровья это очень важно. Если завтра он будет себя чуть лучше чувствовать, воспоминания согреют душу, найдет новых знакомых. И среди людей подобными проблемами, и с относительно здоровыми. Вот, наверное, в этом и будет позитивный результат. Елена Краснопеева, Инесса Дондукова, Андрей Дармаев. Новости дня.